Еще раз Салават преодолевает среднюю. Аймурзин шайбой направо переводил. Там Мерфи подключался, но пролетела шайба мимо Мерфи. Теперь надо Райану бежать обратно в оборону. Червены направо. И сразу к воротам Адмиралу выскочить не удалось. Ну и там снова на периметре это все некоторое время продолжалось. А тут смотрите, как все разбегаются. И бросок ворота. Бежев отбивает добивание. И гол! И Адмирал за 2.39 выходит вперед. Антон Берлев. А выводит. Что это за смена? Что я за смена? Вообще не понял, а что у Салават-то случилось со сменой? Нет, то, что Берлев там подхватил, побежал, красавец.